Капец вообще. Проспали нахрен. А, нет, не проспали. Ладно, ладно, пойду. Пойду разоружу его. Он как спит, как не знаю кто. Не знаю. А чё он не едет? Капец вообще. Подъем, подъем! Школу нам пора собираться. А школа сколько время? Где? Да нам уже вон выходить. Сейчас все, сейчас собираюсь. Сегодня мы будем учебники получать. Точно. Какой-то дом у нас хорошенький новый. Ну да, ну да. Давай, поехали. Поехали. Короче, я с собой взял несколько тетрадей. Взял два карандаша и одну ручку. Все, пошли. Пойдем. Так, а где школа-то вообще? Не помню. Смотри, забор поставили. Ну, как обычно, правда. Все идет через ЖЖ. Ну да, там защита детей, типа. Кстати, смотри, школу починили почти. Смотри, там крышу добавили. О. Здравствуйте. А, так, 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 телефоны давайте сюда, быстро. У меня нету телефона, так что давайте. Пока. Да. Так, пошли. Расписание сняли. Ну, я помню вроде, что у нас. Сейчас Андрей Викторович еще скажет. Здравствуйте. 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 Почему вы сидите на полу? Неважно. Ладно. И короче, сейчас. Так, все получили учебники? Да, да, да. 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 Нет. Кто сказал нет? Мы, вот, поднимаю руку. А, ну все, тогда идите в библиотеку, там вам все скажут. Пойдем. А где она? Пошли. Она на третьем этаже. Пойдем. Вот, третий этаж заделали. Скорее всего. Я же вот немножко пропускал. Ну да, вот смотри. Вон, библиотека, смотри, библиотека. Пошли, пошли. Давайте. Заходи. Так. Здравствуйте, мы сегодня хотим... Так, тихо, это же библиотека, вы что, совсем что ли тут орете? А, да, точно, забыл. Мы пришли... А в смысле тут никого нет? Ну, библиотека же, библиотека! А, ну ладно. А где учебники взять? Да вон в том тумбочке, в этой тумбочке. Окей. О, смотри. Геометрия. Геометрия, русский, математика, и история и английский. Капец, вообще нормально. Нормально. До свидания. Мы уже получили. Так, Андрей Викторович, мы получили. А, ну молодцы, садитесь. Что делать будем? Не знаю. Так, у нас урок математика. Достаете новые учебники, смотрите, не порвите их. Если порвете, то вы должны их давать очень чистыми, хорошими. Вы не должны рвать, это новые учебники, они дорогие. Примеры. Все, я взял ручку. Так, все, начинаю писать. Записывайте 7, разделить на 4. А, в смысле, это же не делится. А, да? Да, так что давай. Ну ладно, давайте 2 плюс 2. 2 плюс 2. Подожди. Мы в каком... Кирилл, мы в каком классе? В 11-м? Что-то примеры легкие. Ну, это же начало года, надо нам все повторить. Ну, не с первого же класса. Ну ладно, ну пофиг, короче. Но... 4. Потом 5 плюс 5. Что это такое? 5 плюс.
Так. И еще плюс 10. Еще плюс 10. Конечно, будет 20. Будет 20. Короче, Кирилл выходит к доске. А. Чё? Ну чё? А, ну, решай пример. Решай. 89 плюс 30. 30. И ещё умножить на 8. А, ну типа, чё там, типа. 329. Верно, садись, записывай пример. Я забыла его. А хотя нет, не записывай. Ладно. Пример где не. Ну и давайте последний пример. Давайте 890. Семьсот девяносто разделить на 10. Пока садитесь, читайте задачу. А что за задача? Маша несла два яблока. Одно она отдала, у нее поставила одно. А потом ей дали еще 10, у нее 11. Она шла-шла и уронила 10 яблоков в лужу. Сколько она замарала одежды? Что это такое? Мне кажется, или они шизанутые с такими вопросами? Так, ну можете забирать тетради. Я наверное, забрал. Так, урок закончен. Следующий урок, мать русский. Я застрял. Пошли в столовку пожрем. Пойдем. Потом сегодня вот. Я сегодня взял сникерс, сухарики с аджикой, еще одни сухарики с холодцом, колу и дошик. Что там у нас, да, что у меня было сегодня, математика будет? Не, сами, что там у нас будет? Держи сникерс. И сухарики. Не, у меня есть, у меня есть. А, у тебя есть? Ну, так, просто, потом съешь. Ну, ладно. У нас русский язык, да? Сейчас, да. О, звонок, все уже звонок. Капец, перемена. Да? Капец, вообще, что это за перемена? Это все перемена была или просто отдых? Пойдем. Пошли. Стой, подожди, ты иди, я в туалет пойду. О! Надо смыть, капец, обосрался я. Фух, не надо было пельмешки с фасолью и молоко, и рыбой, и молоком. Так, садитесь, уже русский. Ты что, Кирилл, опоздал? Ну, я там, короче, пельмени с рыбой. А, ну, неважно. Короче, доставайте учебник по русскому языку. Русский язык. В следующий раз вам выдадут... Так. Почему на шестой класс? Андрей Викторович, а почему шестой класс? А, вы не учили шестой класс, и вам дали шестой класс. Там у нас программа, которую мы еще не прошли. Так что будем проходить эту часть, которую в том учебнике. А нам выдадут еще какие-то учебники? Конечно, выдадут. Ну ладно. Доставайте учебник, ой, тетрадки. Будете записывать. Я возьму сейчас ручку. Ручка. Так. Так что? Что записывать? Ну, записывайте просто словарные слова. Словарные. Ну какой там у нас? Словарные слова. Блин, я даже.
даже не помню. А я не помню, какие слова на слова. Здравствуйте. Здравствуйте. Крю, чё? Дай карандаш. Ну на. Вася Попкин, сраный. Держи. Ха-ха-ха, я не верну Кириллу карандаш. Ах ты ж падла. Ах ты ж падла. На. Да-на-на, будешь знать, на. Полежи немножечко, подумай. Карандаш лучше отдай ему. Тебя тоже это касается. Гондон. На ребёнка уж не обращайте внимания, просто тупану. Тупой. Так, ну все, звонок закончен. Пойдем. На, тетрадки надо сдавать. А ты тоже успокойся. Ах, ты ж падла. На. Дебил. Так, все. Просто не обращай внимания, это Васька Пупкин. Он просто дурак. Так, последний урок у нас это... последний урок у нас история. Ну все, уроки закончились вроде, отменили историю. Ладно, да. Давай, я домой побежал. Ты иди, я пока что пойду еще побегу чуть-чуть. Ты пока что можешь идти. А, ну ладно, я пошел домой тогда. Давай. Я пойду побегаю, спортом занимаюсь. Ладно, давай, пока.